легкими ли булавами или 4-килограммовыми бензопилами техника Чеда не меняется. Меняется только опасность. Кажется, что когда пила в вашей левой руке идет вниз, рука очень сильно напрягается. Даже не верится, как хорошо здесь это видно. Я всегда знал, что они тяжелые, но очень дико это увидеть. Это выглядит еще более опасно с 2000 кадров в секунду. Если закрутить неправильно, Чед не сможет ухватить пилу. Но это не безобидные булавы, у них есть острые движущиеся зубцы. Видите, как они передвигаются? И даже сейчас Чед не смотрит на руки. За все время представления 27 запущенных бензопил прошли в 2 сантиметрах от его носа. Давайте посмотрим еще раз. Теперь, благодаря этой сжимающей время пленке, секрет жонглирования раскрыт. Обратите внимание, что Чед всегда смотрит прямо перед собой и никогда на руки. Он предельно сосредоточен, его периферийное зрение полностью вовлечено в процесс, и все ощущения обострены. Мы уже